ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force. Доброе утро, народ Божий, Церковь Божья. Bon matin, peuple de Dieu, Église de Dieu. Мы приветствуем вас, те, кто присоединились к нам онлайн. On donne la bienvenue à ceux qui se sont joints online. Доброе утро. Bon matin. Будьте благословенны. Soyez bénis. Мы рады видеть вас здесь сегодня, в Доме Божьем. On est très content de vous voir aujourd'hui dans la maison de Dieu. И мне бы хотелось начать сегодня наше воскресное служение с Исхода 20 главы. Et je voudrais commencer notre réunion aujourd'hui avec Exode, chapitre 20. С 8 стиха. À partir du verset 8. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вонны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней Господь создал небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Donc Exode 20, verset 8. N'oublie pas de me réserver le jour du sabbat. Pendant six jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour, c'est le sabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En six jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'il contient. Mais le septième jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du sabbat. Ce jour est réservé pour moi. Мы прочитаем с вами также притчу, 6 главу, 23 стих. On va aussi lire Proverbe 6, verset 23. Ибо заповедь есть светильник и наставление свет, и назидательные поучения путь к жизни. Les ordres sont comme une lampe, l'enseignement est une lumière. Les rapproches éduquent et sont un chemin qui conduit à la vie. Здесь написано, что заповедь есть светильник для нас, поэтому мы здесь, потому что нам нужно освещение от Господа. C'est écrit que les proverbes sont comme une lampe pour nous. Alors c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on a besoin de la lumière de Dieu. Мы пришли сюда сегодня, чтобы почтить Господа. On est venu ici pour écouter à Dieu. Я приглашаю вас подняться на свои ноги. Alors je vous invite à vous lever debout. Благословить имя Господа. De, louer Dieu. Почтить Его песнями хвалы вместе с группой прославления. De l'adorer avec les chansons de notre bande de louanges. Принимать слово, которое Бог приготовил для каждого из нас сегодня. D'accepter la parole que Dieu a préparée pour chacun d'entre nous. Пребывать в единстве. À être dans l'unité. И славить нашего Господа. Et louer notre Dieu. Поэтому давайте закроем свои глаза и возвысим наши голоса в этой молитве. Alors fermons nos yeux et élevons nos voix dans cette prière. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя. Спасибо Тебе большое за этот воскресный день, за заповедь, которую Ты оставил нам, чтобы почитать Тебя, чтобы светить имя Твое, чтобы мы не забывали, что шесть дней мы трудимся, но седьмой день мы приходим в дом Твой. Мы приносим свои сердца к Тебе, мы возносим свои голоса в молитвах и песнопениях, чтобы прославлять имя Твое. Боже, мы пришли сюда, мы оставляем все наши заботы и переживания за дверями этого здания. Мы подготавливаем наши сердца сейчас, чтобы наполняться от Духа Твоего. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, чтобы никакая суета и никакая забота не могли нас сегодня отлучить от Тебя, чтобы наши мысли, наши сердца, наш дух и наша душа сегодня славили Тебя и были направлены к Тебе. Мы призываем Твою драгоценную и святую кровь на весь этот день, от начала и до конца. И мы просим Тебя, помоги также нам со своей стороны расположить сердца свои, чтобы Ты посылал слово, которое будет падать в добрую почву и приносить добрый плод. Мы просим, Господь, чтобы Ты благословил эту землю Канады, все служения, которые проходят сегодня на территории этой земли. Мы благословляем все церкви, мы благословляем всех пастырей, всех служителей, все служения, которые будут проходить сегодня. И мы просим Тебя, чтобы мы все вместе, как одно тело на этой земле, в этот день, мы возвышали свой голос в прославлении Тебя. Мы вспоминали о Тебе, мы почитали Тебя, мы прославляли Тебя.
Позволь нам сегодня соединиться в этой хвале вместе с Твоим небесным хором ангелов, которые славят Тебя бесконечно. Позволь нам, Господь, прикоснуться сегодня к краю одежды Твоей, наполниться от Духа Твоего, чтобы наши уста прославляли Тебя в радости, чтобы сердца наши наполнялись миром Твоим, чтобы помышления наши были чисты и святы пред Тобою. Боже, вот они мы здесь, мы предстоим пред Тобой. И мы просим Тебя, помоги, чтобы никто из нас сегодня не ушел пустым, но чтобы мы наполнились Духом Твоим, чтобы мы питались от Твоего источника, чтобы мы просвещались от Тебя и были благословением на протяжении всей недели, Господь, чтобы это было для нас как подзарядкой для нашего духа, чтобы мы вышли отсюда наполненные, заряженные, Господь, чтобы светить этому миру, чтобы быть солью для этой земли, чтобы распространять пределы Царства Твоего на земле Канады, чтобы быть благословением для тех, кто трудится с нами, для тех, кто живет вместе с нами во имя Иисуса Христа. И мы говорим в этот воскресный день: будь благословен наш Господь. Мы прославляем Твое святое имя. Мы благословляем Тебя и величаем Тебя. И мы молились во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, о наш Творец, хвалите. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, о наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя. Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, о наш Творец. Аллилуйя, аллилуйя. Каждого из вас. Je suis très content de voir chacun d'entre vous, tous ceux qui sont ici. Et также je suis rare de voir ceux qui vivent, так скажем, online, privé soit ceux qui sont ici. Je suis très content aussi de voir ceux qui sont online. Благословляю вас. Alors je vous bénis aussi. Et просто молюсь о том, чтобы слово Божье, которое мы сегодня будем слышать, оно могло помочь всем нам. Et je prie que la parole qu'on va écouter aujourd'hui puisse nous aider à chacun d'entre nous. Amen. 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 Потому что мы собираемся в Доме Божьем. Parce que nous sommes réunis dans la maison de Dieu. Прежде всего для того, чтобы мы могли получать слово, мы могли получать назидание для себя, для своей жизни.
Avant tout pour recevoir la parole de Dieu, surtout pour nos vies. Для того, чтобы Бог через свое слово он мог работать с нашими сердцами. Pour que Dieu, à travers sa parole, puisse travailler avec nos cœurs. Amen. Amen. Это важно. Et c'est très important. Это важно. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Слава Богу. Gloire à Dieu. Я некоторое время отсутствовал. J'étais absent pour quelque temps. Et некоторое время, то есть, ну, три собрания подряд я отсутствовал. J'étais pas là pendant trois réunions. Et насколько что я очень сильно соскучился из-за свою семью, из-за церкви. Tellement que je me suis vraiment ennuyé de l'église et de ma famille. Et поэтому я еще раз говорю честно, рад видеть каждого из вас, очень рад. Et je vous le dis sincèrement, je suis très content de vous voir. Я был там, но я не переживал за церковь. J'étais là-bas, mais je m'inquiétais pas pour l'église. Потому что это церковь Божья, прежде всего. Parce qu'avant tout, c'est l'église de Dieu. И также есть служители здесь, которые служили, и церковь живет. Et aussi, il y avait des serviteurs qui servaient, et donc l'église était vivante. Так должно быть. Et c'est de même qu'il faut que ça soit. В Доме Божьем так должно быть. Dans la maison de et, Dieu. И, как и вы, я также успевал питаться той же пищей, как и вы здесь питались. Et comme vous, moi aussi, je me nourrissais de la nourriture comme vous. Vous nourrissez ici. Et, другими словами, я также слушал эти проповеди тоже. Et je veux dire, moi aussi, j'ai écouté les mêmes prédications que vous. Vous скажете, как вы успевали все это? Ну, надо было успевать. Et peut-être vous demandez comment je réussissais à faire tout ça, mais il fallait que je réussisse. Поэтому, чтобы быть в одном духе церковью, чтобы быть в одном слове церковью. Pour être avec le même esprit avec l'église et dans la même parole. Поэтому я слушал слово. Alors j'ai écouté la parole. Два раза, когда наш брат Владимир проповедовал. Deux fois quand notre frère Vladimir y prêchait. Мне очень сильно понравилось, и первое слово, и особенно второе тоже о радости. Et j'ai beaucoup aimé la première prêche et la deuxième sur la joie. Слава Богу. И, gloire à Dieu. Третье собрание, последнее воскресенье, когда Константин проповедовал, я вообще был онлайн почти все собрание. Et la dernière réunion, quand Constantin prêchait, j'étais presque tout le long online. Поэтому был очень благословлен, слава Богу. Alors j'étais très béni, gloire Честно, à Dieu. Я рад этому. Je suis très content de cela. Когда в Доме Божьем, знаете, есть сильные служители, которые могут служить, которые дают пищу, которые, знаете, то есть, ну, это радость. Je suis très content que dans notre église, on peut avoir des serviteurs forts qui peuvent prêcher et peuvent donner la nourriture aux autres. Которые могут вести церковь. Qui peuvent amener l'église. Amen. Я очень Amen. Рад за это. Слава Богу. Je suis Богу. Très heureux Поэтому, pour ça. Пусть Бог благословит нас и дальше. Que Dieu nous bénisse et pour le futur aussi. Et я пока меня не было. Pendant que je n'étais pas là. Здесь. Ici. Я был на другом месте. Moi, j'étais quelque part ailleurs. Я был в Украине. J'étais en Ukraine. Там был где-то, всего где-то 8 дней, получается, приблизительно, я думаю. J'étais à peu près en Ukraine 8 jours. На самом деле, это было хорошее время. Et pour être honnête, c'était un bon temps. Я присутствовал на свадьбу нашего брата Шарлемань. J'ai pu être présent dans le mariage de notre frère Charlemagne. Мы были там, мы благословили его. On était là-bas, on l'a béni. Слава Богу, все прошло хорошо. Gloire à Dieu, tout s'est bien passé. Et воскресенье я там служил в той церкви. Et le même dimanche, j'ai aussi prêché à cette église. Et после этого я просто был в другой там есть там такой город рядом со Львовом, там называется Трускавец, такой курортный город, очень известный во время еще даже Союза. Et ensuite, je suis allé dans un autre village proche de Liège, Трускавец. Если бы они тебя слышали, ты говоришь «вилляж». Bon, «вилляж». C'est une petite ville touristique. Трускавец, там есть, как называется, воды, как, минералы разные там. Не, воды, которые пьют, там очень лечебные, специальные люди приезжают со всех мест, просто там специальные какие-то есть. Да. Et là-bas, il y a beaucoup de sources avec de l'eau pour boire. Et люди там лечебные, такие спеціальні. Et il y avait comme des sources qui peuvent guérir. Со всего мира люди приезжают туда. Et il y a plein de gens qui viennent de partout dans le monde là-bas. Я был там, у меня там есть друг пастор церкви, поэтому я был у него. Et là-bas j'ai un ami pasteur aussi. Я там не служил. Et j'ai pas servi là-bas. Et после этого я вернулся в Киев. Et après je suis revenu à Kiev. Et там в Киеве там было, на самом деле, много встреч с братьями, с сестрами, с друзьями, некоторые с друзьями я уже во Львове увиделся, с другими я в Киеве только увиделся.
Et après, je suis retournée à Kiev et là, j'avais beaucoup de rencontres avec des amis, avec d'autres personnes de l'église. Много историй церкви, с которыми мы были в Луганске до войны. Et aussi de ceux de l'église à Lugansk avant la guerre. Потому что после войны много из них они по им пришлось выезжать, поэтому они повыезжали и мы встретились в Киеве большинство из них, некоторые даже приезжали специально на эту встречу, поэтому я очень благодарен им и был честно очень сильно благословлен. Et après la, dans le fond, après la guerre, il y a plusieurs personnes qui sont réparties en Ukraine, il y a plusieurs qui sont venus me voir aussi à Kiev spécialement pour me voir, donc j'étais vraiment bénie. И там у нас было очень хорошее собрание. Et on avait une très bonne réunion là-bas. И на самом деле потрясающее собрание. Et c'était une réunion merveilleuse. И я служил словом там. Et j'ai servi là-bas avec une parole. Это была суббота, 30 и 31. Я служил в другом городе, это в Черкасах. Et j'ai servi le 30 et le 31 octobre dans une autre ville. Et там тоже такой очень хороший город для меня, потому что. Et c'est un très bon village là-bas, là, parce que. Ты сами village, ами. Ville, ville. Они тебя не слышат. Я там служил тоже словом церкви. J'ai servi aussi là-bas avec une parole pour l'église. Et Черкас для меня он особенный город. Et cette ville est très spéciale pour moi. Потому что это там город, где я изучал русский язык. Parce que c'est là-bas que j'ai appris le russe. Это первый город, где оказался по как мы прилетели сюда, кроме Москвы, конечно. Alors c'est la première ville où je me suis retrouvée après avoir arrivé là-bas. Я там прожил ровно год. Et j'habitais là-bas un an. Поэтому мне пришлось, знаете, мне было так классно еще пойти посмотреть на свою общежитие, где я жил. C'était très fun d'aller visiter les places où j'ai habité. Знаете, прикольно, общежитие, видишь, опять тоже общежитие. Я даже помню то место, где я первый раз упал зимой, проскользнулся я. Ничего там не поменялось, тоже яма. Et je suis allée voir le bâtiment où j'ai habité, et là, il y avait le même trou où je dormais. Il se trouvait même pas. Bonjour, moi. Je suis tombé. J'étais tombé. Oh, il est tombé. Pendant l'hiver, j'avais comme glissé, et puis la même place, même chose, rien n'a changé. C'est stable, là. Поэтому, там и общежитие, тоже сильно ничего не поменялось. Ici, la place où j'habitais, elle n'a pas trop changé. Конечно, город сам преобразовался, уже все много нового, очень, конечно, интересно. C'est sûr que la ville, elle a grandi, il y a beaucoup aussi de nouveautés. Поэтому, это был для меня такой трепет, опять там находиться, знаете, я как опять пошел к источнику, где, откуда я как, взялся, так скажем. Alors, c'est très bien de retourner là-bas et je suis revenue comme dans la source où je suis partie. Знаете, может, то же самое общежитие, но у тебя какое-то другое ощущение совсем. Знаешь, смотришь прямо, я здесь год жил. Вот это тут столовая, где мы кушали. Знаешь, смотришь прямо, как, просто сердце аж, такой трепет, такой радость такой особенная. Alors, j'ai regardé cette place où j'habitais, je me disais, oh, ça c'est la cafétéria où j'ai mangé, oh, ça c'est la place où je suis allée. Alors, il y avait une très joie dans mon cœur. А тут этот магазин, где мы стояли, очереди долгое время, чтобы купить вилки. И вот это магазин, где мы сделали большую очередь, чтобы купить вилки. Потому что это то время, когда они вилки, ничего особо не было, потому когда привозили алюминиевые, там была очередь на 200-300 человек. Alors quand ils amenaient des outils en aluminium, il y avait comme des fils de 300-200 personnes qui les attendaient pour les acheter. Да, конечно, наши дети не поймут, как это вилок нету, как это можно не купить вилок. Иди в магазин, купи еще. Nos enfants, c'est sûr qu'ils vont pas comprendre comment ça se peut qu'il y avait pas de fourchette. On peut juste aller au magasin et en acheter. Даже не говоря уже о сахаре и о всем остальном. Et pas en parlant du sucre et tout le reste. Поэтому это было такое очень хорошее переживание. Alors c'était un très bon stress, on peut dire. Et так же оттуда потом я вернулся в Киев. Après, je suis retournée à Kiev. Et из Киева уже я потом полетел в Францию. Et après Kiev, je suis partie en France. Там у меня сестры живут. J'ai des sœurs qui habitent là-bas. Et я был очень рад, потому что у меня там именно мои родные, две сестры. Alors, je suis très contente parce que j'ai de la famille proche qui habite là-bas. Dans le fond, mes deux sœurs. Одна из них, она уже приезжала сюда. J'ai une qui est venue ici. Et я ее видел, но другую я еще ни разу не видел.
вообще, ей 25 лет, я ни разу ее еще не видел. Поэтому это был первый раз, как я ее увидел. Et une autre, je ne l'avais jamais vue. Elle a 25 ans et c'est la première fois que j'ai pu la voir. Alors, vous pouvez vous imaginer les émotions qu'il y a eu. C'était super. Et on a vu leurs enfants. D'habitude, on les voit juste online, mais là, je pourrais leur donner un câlin. Mais vous savez, comme grand frère, ils m'ont dit de rien faire. Alors, j'ai commencé à marcher, puis là, les enfants venaient pour ramasser. Je faisais quelque chose et les enfants venaient pour ramasser après moi. Donc, avec cette habitude, ils vont me renvoyer de Montréal. На самом деле они обо мне заботятся, и самое важное, знаете, они позаботятся о том, чтобы я каждый день ел пищу из дома, которую я давно не ел. Ils se sont occupés de moi et aussi ils m'ont donné la nourriture traditionnelle qu'on mangeait à la maison. Они позаботятся каждый день. Там еще есть другие родственники, куда я тоже ходил, они знали об этом, поэтому каждый раз каждый готовил из дома какую-то другую пищу. Вот. Et je suis allée voir aussi d'autres familles qui étaient proches et aussi cuisiner des repas traditionnels. Donc j'ai mangé des choses différentes à chaque maison. Et je n'avais pas beaucoup de temps pour là-bas. Je suis arrivée là-bas le 2 et je suis repartie le 8. Donc j'ai eu le temps aussi d'aller en Allemagne. Je me souviens que Dasha et Brian... Est-ce que vous rappelez peut-être Dasha et Brian? Ils venaient parfois ici à la Réunion, mais je suis allée les visiter là-bas. Ils vivent en Allemagne. Et maintenant, ils habitent là-bas en Allemagne. Il y a Riadam. Et j'étais là-bas proche. Non, Riadam, mais ça fait du temps, c'est quoi, kilomètre, tant que t'as chez soi, t'as 700 kilomètres, t'as les ni pour temps. D'aller quoi? Parce que moi, quand j'ai nascarasno TGV, et t'as français que poids t'as quoi scarasno? On rasgagnait, tu as vu 333 km/h. Alors j'ai pris le TGV là-bas qui allait à 330 km/h. Et tu ne remarques même pas, c'est comme si ça allait normalement. Et Dasha et Brian vous ont dit bonjour parce qu'ils vous connaissent aussi. Et вернулся, и там также во Франции я смог побывать такая есть там такая русскоязычная церковь, которая находится недалеко от Парижа. Et ensuite je suis retourné en France, c'est proche de Paris, une église russe aussi. Конечно, можно было быть в разных церквях, но я решил быть в нашей церкви. J'aurais pu aller à d'autres églises, mais je suis retourné à une église russe là-bas. И там познакомился с церковью, с пастором, и в конце я имел короткое слово. Et j'ai rencontré le pasteur de là-bas et à la fin, j'ai eu une courte parole. Donc lui aussi, il vous dit bonjour. Et вернулся. Et je suis revenu. Слава Богу. Gloire à Dieu. Вот такой у меня было немножко такое путешествие. Alors voilà l'aventure que j'ai eue. Но это фактически первый раз, когда я три воскресенья подряд пропускаю собрание в нашей церкви. Donc c'est vraiment la première fois que je manque trois réunions du sud dans notre église. Даже два собрания еще не пропускал подряд, то есть. Plus que deux réunions, j'ai jamais manqué. Я старался, одно собрание вот две недели, одно собрание ход. Но я рад, что я от вас отдохнул, вы от меня отдохнули и все хорошо. Je suis très content de m'être reposé de vous et vous vous êtes reposé de moi. Тогда любовь еще сильнее становится. C'est là que l'amour devient encore plus fort. Честно, я очень скучал за вами. Mais pour vrai, je m'ennuyais vraiment de vous. Думал о вас. J'ai pensé à vous. Поэтому, знаете, в гостях хорошо. C'est très bien visiter des gens. Но дома всегда лучше. Mais dans la maison, c'est toujours mieux. Amen. Amen. Mais maladieux, je n'ai qu'à te demander juste... Il y a certains ados qui sont comme... Ils ne croient pas à ça.
Им-то что? Потому что почему в гостях для них так? Потому что в гостях они им там все разрешают. Они, знаете, им как вы, знаете, как вы, папа, ты там. Ils ont mieux aller voir la visite parce que la visite leur laisse faire tout ce qu'ils veulent. Дома поговорим. Ты как бы, я не там позволил, поэтому, ну, дома всегда хорошо. Dans la maison, c'est toujours bien. Так что слава Богу, драгоценные. Alors gloire à Dieu, mes chers. Я понял одно. J'ai compris une chose. Знаете, во Христе мы одна большая семья по всему миру. En Jésus, on est une grosse église ensemble partout Amen. Dans le monde. Amen. Мы одна большая, большая семья. On est une grosse, grosse famille. Знаете, я когда попал во Францию в эту церковь, я их не знал, они меня приняли как уже свой. О, понимаете, то есть, пойми, везде, где ты попадаешь в церковь, ты свой. Quand je suis allée à cette église en France, je ne les connaissais pas, ils m'ont accueilli comme un des leurs. Не говоря уже о том, как на Украине. Et pas en parlant qu'on est en Ukraine. Потому что там, как бы, я там свой всегда был. Parce que moi, j'étais toujours un de leurs là-bas. Это моя родина. L'Ukraine, c'est ma terre. Да, это моя родина. Это та земля, которая приняла меня, и эту землю я принял в свое сердце. Это моя родина теперь. C'est la terre qui m'a accueilli et que moi, j'ai accueilli dans mon cœur. Слава Богу. Поэтому я там был очень хорошо принят, и друзья обо мне очень сильно позаботились. Alors, j'étais très bien accueillie là-bas, et mes amis se sont très bien occupés de moi. Честно, они очень-очень сильно обо мне позаботились. À vrai dire, ils sont très, très, très bien. Самое удивительное было, во-первых, я прилетаю, и je vais выйти в город. J'étais surpris quand j'ai atterri, quand je commençais à sortir à la ville. Я собрал свои чемоданы, выхожу. J'avais vu mes valises et je sortais. Кого там встречаю? Прямо украинский ансамбль. Et c'est qui que j'encontre? L'ensemble ukrainien. Ah, то есть они там в одеждах, как, ну, как национальные одежды, с, как называется, гармошка, ну, аккордеон. Alors j'ai rencontré des personnes, ils étaient они tous habillés. Они поют, флаг Украины. А там люди думают, кого вы встречаете? Les gens étaient habillés avec leur habit traditionnel. Et тут я выхожу. Et les gens se demandaient, c'est qui nous autres qui accueille? Et là, c'est moi qui sors. Et там музыка, и танцы. Я, конечно, не мог не танцевать. И потанцевали, люди там просто в шоке. Il y avait de la musique, des danses, et moi-même, j'ai dansé aussi. Les gens étaient choqués. Поэтому, честно, слава Богу, я просто, они такой прием меня сделали. И пока я был там, у них был на каждый день программа. Они там на каждый день просто, ну... Et aussi, ils m'ont préparé un programme pour chaque jour. Tout était prévu, tout était organisé. Поэтому, ну, у меня слов нет. Поэтому, друзья, если вы видите или нет, или вам передадут, большое вам спасибо всем друзьям из церкви, из Киева, которые позаботились о моем приезде туда. Alors, les amis, si vous me regardez, ceux de Kiev, alors je vous dis vraiment, vraiment merci beaucoup de m'avoir accueilli. Слава Богу. Gloire à Dieu. И по возвращению сюда... Et en retournant ici, меня тоже встретили. Ils m'ont aussi accueilli. Другие меня встретили здесь. Mais d'autres personnes m'ont accueilli. Слава Богу. Gloire à Dieu. Машина хорошая была подана. Il y avait une auto qui est venue me chercher. Семья встретила меня. Ma famille est venue me chercher. Еще брат Константин встретил. Mon frère Constantin. На машину все. Слава Богу. Gloire à Dieu. Так что рад. Je suis très content. Спасибо каждому из вас. И за ваши молитвы, те, которые молились, конечно. Merci à chacun d'entre vous, ceux qui ont prié aussi pour moi. Те, которые не молились, у вас есть возможность молиться, я на месте. Et pour ceux qui n'ont pas prié, mais vous avez la chance de prier, je suis sur place. Итак, слава Богу. Alors, gloire à Dieu. Вот немножко, как бы так, чтобы, ну, вы не слишком напряженные были, чтобы вы поняли. Просто была поездка, был отпуск, и я вернулся. Просто как бы немножко такой маленький, такой своего рода отчет. Alors, c'était juste un petit résumé de mon voyage, de mes vacances que j'ai pris. Amen. Amen. Итак, поделюсь словом с вами. Alors, je vais partager la parole avec vous. Бог хорош. Dieu est bon. Моя тема сегодня. Mon thème aujourd'hui. Что еще утруждаешь учителя? Pourquoi déranges-tu encore le maître? Что еще утруждаешь учителя? Pourquoi déranges-tu encore le maître? Это известная история из Библии. C'est une histoire très populaire de la Bible. Когда мы говорим история, очень часто нам кажется, что такое как миф там. Ну, я не говорю о мифе,
говоря история, говорю то, что на самом деле произошло. Quand on dit histoire, d'habitude on parle d'un mythe, mais aujourd'hui je parle d'une histoire de quelque chose qui a vraiment eu lieu. Да, оно именно так и произошло, как есть. Et ça, il y a vraiment eu lieu. Оно описано в Библии. C'est écrit dans la Bible. И я базируюсь на Евангелии от Луки, 8 главу. Et je me base dans l'Évangile de Luc, dans le chapitre 8. В этой истории есть много действующих лиц. Dans cette histoire, il y a vraiment beaucoup de personnes qui prennent des actions. Потому что глава описывает ситуацию. Parce que le chapitre décrit une situation. Когда Иисус шел с учениками своими. Quand Jésus marchait avec ses disciples. Et был такой человек Иаир. Et il y avait un monsieur qui s'appelait Jaïrus. Он был начальником синагоги. C'était le dirigeant de la synagogue. То есть, другими словами, он был религиозным лидером. En autre mot, c'était un leader religieux. Et у него была дочь, которой 12 лет. Et il y avait une fille qui avait 12 ans. Et он, этот человек, он пришел к Иисусу Христу. Et ce personnage est venu voir Jésus-Christ. Чтобы просить Иисуса исцелить его дочь, которая была при смерти. Pour demander la guérison de sa fille qui était proche de la mort. Вот о чем повествует эта история. Et c'est ça que relate cette histoire. 41 стих написано, 8:41. Dans le chapitre 8, verset 41, c'est écrit. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. À ce moment-là, un homme arrive. Il s'appelle Jaïrus. C'est le chef d'une maison de prière. Il se jette aux pieds de Jésus et le demande de venir dans sa maison. Потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. En effet, sa fille unique, qui a 12 ans, est mourante. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Вот как бы введение в эту историю. Alors ça, c'est l'introduction dans notre histoire. Иисус сейчас с учениками своими. Jésus avec ses disciples. Приходит Иаир, начальник синагоги. Là, il y a Иаир qui arrive, le dirigeant d'une synagogue. Et он падает к ногам Иисуса Христа, говорит, приди в дом мой, потому что моя дочь, она при смерти. Il tombe au pied de Jésus et dit, viens à ma maison, ma fille est mourante. Et l'histoire говорит нам. Et l'histoire nous dit. О том, что пока они шли, одна женщина тоже, которая страдала потерей крови или же кровотечением. Il y avait aussi une femme pendant qu'il marchait qui est venue, qui souffrait de pertes de sang, est venue. Она прикоснулась к краю одежды Христа. Elle a touché le bout de ses vêtements. И она получила чудо. Et elle a reçu un miracle. Я просто это прокажу дальше, потому что это не моя тема. Et je passe rapidement parce que c'est pas mon thème. Et пока эта женщина получала свое чудо. Et pendant que cette femme recevait son miracle. Иаир был рядом со Христом. Jairus était à côté de Jésus. И ученики тоже были рядом. Et ses disciples aussi étaient à côté. Но Иисус направлялся к нему домой. Mais Jésus marchait vers sa maison. И теперь посмотрим здесь. Et maintenant on va voir. 49 стих. Le verset 49. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Pendant que Jésus dit cela, quelqu'un arrive de chez Jaïrus, le chef de la maison de prière. Il lui dit, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Jésus l'entend, il dit à Jaïrus, n'aie pas peur, crois seulement, et ta fille sera sauvée. Пришедший в дом не позволил войти никому, кроме Петра и Иоанна и Якова, и отца, девицы и матери. Jésus arrive à la maison, avec lui il laisse entrer seulement Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de la petite fille. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал, не плачьте, она не умерла, но спит. Tous les gens pleurent et ils sont dans le deuil à cause d'elle. Jésus leur dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Ils смеялись над ним, зная, что она умерла. Les gens se moquent de lui,
En effet, il savait qu'elle était morte. Onže vysla v siek von i vzjav jejo za ruku vzglasil Dievica vstan. Mais Jésus prend la main de la petite fille et il appelle en disant « Mon enfant, réveille-toi. » Elle revient à la vie et elle s'élève tout de suite. И возвратился дух её. Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Et son esprit revient à elle et Jésus commande de lui donner à manger. И удивились родители её. Он же повелел им не сказывать никому о пришедшем. Ses parents sont vraiment très étonnés, mais Jésus leur donna cet ordre. Ne dites à personne ce qui s'est passé. Я сегодня коротко поделюсь с вами о Иаире. Alors aujourd'hui, je vais partager rapidement sur Jaïr. Как я назвал эту тему? Что еще утруждаешь учителя? Alors comment j'ai appelé ce thème? Pourquoi déranges-tu encore le maître? Потому что этот человек, он пришел ко Христу. Parce que c'est humain, il est venu vers Jésus. С конкретной нуждой. Avec un besoin Дочь спécifique. Была при смерти. Sa fille était mourante. Я убежден и уверен, что как любой родитель, он уже все попробовал. То есть то, что он пришел ко Христу, это уже была последняя станция. Je suis très convaincu qu'en parent, il a déjà tout essayé. Et quand il est venu à Jésus, c'était le dernier stade. Et c'est comme nous, avec vous, quand что-то получается, мы же не сразу бежим. То есть обычно, теоретически, ребенок болеет. Мы дома пытаемся что делать. И когда мы видим, что усугубляется ситуация, тогда мы уже начинаем искать там, то врачи, то. Alors, on fait la même chose. Si on a un enfant malade dans la maison, on essaie de faire quelque chose, puis après, si ça ne fonctionne pas, on va voir le médecin. Поэтому этот начальник синагоги. Alors, ces dirigeants des synagogues. Несмотря на его регалии, на его положение, как евреи, то, что мы начинаем синагоги, он все же пошел ко Христу, который евреи уважали все. Peu importe si on rentre dans la synagogue comme hébreu, il est quand même venu voir Jésus. И мы знаем, что религиозные люди того времени, они не уважали, не принимали Христа. Et on sait que les personnes religieuses dans ce temps, ils n'acceptaient pas le Christ. Поэтому здесь. Pour ça ici. Этот человек, он курит со Христом рядом. Cette personne se trouve à côté de Jésus. Иисус исцеляет женщину. Et Jésus guérit la femme. И пока Иисус решает вопрос с этой женщиной. Et pendant que Jésus est en train de résoudre cette situation avec la femme. Приходят люди. Il y a des personnes qui viennent. Et один человек говорит этому начальнику синагоги. Et il y a une personne qui dit à ce dirigeant de synagogue. Такие слова. Il dit ces paroles. Дочь твоя умерла. Не утруждай учителя. 49 стих. Le verset 49. La personne dit ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. Дочь твоя умерла, не утруждай учителя. Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. У этого человека, у Иаира, была вера. Jairus avait la foi. У Иаира была вера. Jairus avait la foi. И если бы у него не была вера, он бы не пришел ко Христу за чудом. S'il n'avait pas la foi, il ne serait pas venu voir Jésus pour un miracle. Non. Он пришел за чудом, которое было связано с исцелением кого-то живого. Mais il est venu pour avoir un miracle de la guérison de quelqu'un qui était vivant. Повторяю мысль. Alors je répète ma pensée. У него была вера за исцеление. Он знал, что дочка жива еще. Поэтому он пришел с верой, что Иисус исцелит. Il avait la foi pour la guérison de sa fille qui était vivante et il s'attendait que Jésus la guérisse. И в этот момент, et dans ce moment, ему говорят, on lui dit, что она уже не жива, она уже умерла. Qu'elle n'est plus vivante, qu'elle est morte. Знаете, дорогие, как со всеми нами иногда, vous savez, mes chers, comme avec chacun d'entre nous, какая-то ситуация в жизни, il y a une situation dans notre ты vie, борешься, ты сражаешься против этой ситуации, tu te bats contre cette situation, ты веришь, tu crois, ты стоишь в вере, ты молишься, ты постишься, ты провозглашаешь. Tu pries, tu jeûnes, tu déclares. Non. Mais. Кроме этой ситуации. À part cette situation. Возникает еще ситуация, которая намного хуже, чем то, в которой ты и так вере стоял. Il y a une autre situation qui arrive et elle est pire de celle que tu es en train de prier. У тебя хоть на это была вера, а на другую ситуацию, откуда у тебя вера будет? Tu avais de la foi pour cette situation, mais pour l'autre, c'est où que tu vas sortir ta foi?
У тебя была вера на исцеление. Tu avais la foi pour la guérison. У тебя была вера на исцеление. Tu avais la foi pour la guérison. Иаир, он пришел. Он знал, что Иисус целитель. Il savait que Jésus était guérisseur. Il savait qu'il a dit, viens dans ma maison et tu vas guérir ma fille. Mais là, il y a une nouvelle qui est arrivée. Что ситуация стала намного хуже, чем ты оставил. Que la situation est devenue encore plus pire que celle que tu as laissée. Ситуация ухудшилась так, что уже нет надежды, поэтому даже не стоит беспокоиться. Et la situation a tellement empiré qu'il n'avait même plus d'espoir. Donc, il n'y avait pas de motif de s'inquiéter. Мне нравится Иисус Христос. Et j'aime Jésus. Мне нравится Иисус. J'aime Jésus. Он жизнь. C'est la vie. Знаете, Иисус влияет и на мертвых, и на живых. Jésus influence les morts et les vivants. Нет никого равнодушным. Il ne laisse personne. Ему все равно в каком-то состоянии. Il s'en fout de la situation. Ему все равно, глубина проблемы твои. Ça lui importe peu la profondeur de ta situation. Это нам с тобою. Это нам с тобой трудно. C'est pour toi et moi qui. Это нам с тобой. Я знал, что она была жива, теперь она умерла. Je savais qu'elle était vivante, mais maintenant elle est morte. Это нам с тобой еще тяжелее. C'est pour moi. Для Иисуса нет разницы. Pour Jésus, il y a pas de différence. Мы в нашей жизни. Nous, dans notre vie. Когда такие вещи случаются, как мы ведем себя? Quand des choses de même arrivent, comment on se comporte? Ты веришь? Tu crois? Ты молишься? Tu pries? И какое-то утро ты встаешь? Et un matin, tu te lèves? И тебе сообщают? Et on te dit? Что у тебя долг не только $1000 там, оказывается, что ты забыл какую-то кредитную карту и там еще 5000 уже стало. Et à la place d'avoir juste $1000, maintenant sur une carte de crédit, on a trouvé que tu avais un 5000 de dette. Et tu te dis? Ты стоял вере за тысячи. Ici, tu étais debout avec foi pour ton 1000 dollars. А теперь, кажется, нужно вере за 6000. Et maintenant, tu dois faire confiance pour 6000 dollars. Ты это не планировал. Et c'est pas quelque chose que tu avais planifié. Ты не хотел это. Et tu ne voulais pas. У тебя еще была вера поверить за 1000. Tu avais la foi pour 1000 dollars. Ты как-то рассчитал, что я смогу поверить за 1000. Tu t'es dit que je vais avoir la foi. Ты смог. Поднять свою веру Словом Божьим, обетованием. Ты шел с обетованием об исцелении. Ранами Христа я исцелен. Ты мог monter ta foi pour la guérison en disant avec les blessures de Dieu. Да, ранами Иисуса я исцелен. Avec les blessures de Jésus. Через его кровь я исцелен. À travers son sang, je suis guéri. А тут говорят, умер. Теперь, какое обетование взят? Et maintenant, on te dit, il est mort. У тебя было обетование об исцелении. Tu avais un habitat pour la promesse. J'avais une révélation. Une révélation pour la promesse. Et теперь, как быть? Et maintenant, quoi faire? Иисус Jésus понимает нас. Il Иисус comprend. Знает натуру человеческую. Jésus connaît la nature de chaque personne. И что Иисус говорит ему сразу же? Et qu'est-ce que Jésus lui dit immédiatement? Но Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся. Jésus l'entend et il dit à Jairus, n'aie pas peur. Только веруй. Crois seulement. И спасена будет. Et ta fille sera sauvée. Tout ce qui est не в смысле спасение, как спасена, то есть она оживет. Потому что слово созо, которое и воскресение, и исцеление, то есть все вернется нормально. Смысл. Et sauver ici, on ne parle pas de la salvation, on parle de vraiment sauver qu'elle va être vivante. Encore. Mais я снова возвращаюсь к нашему названию. Et encore une fois, je retourne au nom de notre prêche. Еще утруждаешь учителя? Pourquoi déranges-tu encore le maître? Дорогие, Cher, эту фразу cette phrase, иногда parfois, могут нам ее сказать прямо. Parfois on peut nous la dire directement. Иногда люди могут тебе прямо не говорить, но давать понятие. Parfois les gens ne te le disent pas directement, mais tu le sais que c'est ça qu'ils veulent dire. И обстоятельства могут тебе говорить. Et parfois les situations. Сама ситуация тебе говорит, но смотри, ты веришь за 1000. Les circonstances te disent, tu crois pour 1000. Сейчас 6000. Et maintenant, tu dois 6000. Но будь нормальным человеком. Sois un humain normal. Только подумай. Juste pense-y. Если за 1000 ты стоял верой, год, за 6, наверное, умножить на 6, наверное, надо будет. Imagine, tu avais foi pour 1000 dollars et maintenant, tu dois 6000. Если ты стоял год верой за 1000, может быть, тебе 6 лет стоять в вере. Si tu avais la foi pour 1000 dollars pendant un an,
Et pour ces mille, quoi, tu auras besoin d'avoir foi pendant 6 ans? То есть мир, обстоятельства, все будет питаться, говорит тебе, не утруждай учителя, ну не стоит, все уже. Les circonstances dans ce monde vont te dire, ne dérange pas le maître, c'est fini. Я смотрю слово утруждать, перевод. Et j'ai regardé le mot déranger, la traduction. Il y a deux définitions. Первый это затруднять. Le premier c'est encombrer. Второе это обременить. Et le deuxième c'est entraver. То есть, когда ты кому-то как бы ты беспокоишь просто. Alors quand tu déranges quelqu'un. Иисусу все равно. À Jésus, il s'en fout. Ты его и не затрудняешь, потому что нету ничего такого трудного на самом деле для него. Tu déranges pas Jésus parce qu'il y a rien de trop difficile pour lui. То есть нет ничего такого, который настолько трудно, что он не может. Такого нет. Il y a rien de difficile pour lui. Il y a rien qu'il ne peut pas faire. И второе, обременять. Что такое бремя? Знаете, человек и так устал, ты опять пришел, еще принес свое еще, ношу. Alors c'est quoi entraver? Entraver, c'est quand t'es déjà fatigué, là, il y a quelqu'un d'autre qui vient te dire d'autres choses, d'autres situations de sa vie. То есть Иисус, он и так занят, он и так уже устал, и тут какая-то женщина, и то написано, что сила от него ушла. Иисус сам говорит, что я чувствую, как от меня ушла сила. Ты слышал? Сила ушла уже, у него ничего не осталось, ты еще принес свои проблемы. Alors Jésus était déjà occupé, il y avait la femme qui est venue, qui l'a touché, il y a la force qui est partie de lui, c'est écrit, la force est partie de lui. Иисус сам сказал, я чувствовал, как от меня, как, зашла сила. Et Jésus dit, j'ai senti que la force m'a quitté. Итак, ну, дорогие, mes chers, пусть эта фраза, puis cette phrase, что еще утруждаешь Господа или учителя? Pourquoi déranges-tu encore le maître? Пусть эта фраза не будет иметь влияние на твой разум. Puis cette phrase n'influence pas vos pensées. Пусть эта фраза не поставит тебе как бы нокаут. Puis cette phrase ne vous knock-out pas. Потому что parce que мы с вами, мы, когда мы находимся в такой обстановке, quand on se trouve dans une telle situation, многие вещи меняются, даже в нашем поведении. Il y a plusieurs choses qui changent, même dans notre comportement. Иаир, Jairus, он начальник синагоги. C'est le dirigeant de synagogue. Другими словами, он был из тех, которые были призваны следить за соблюдением закона Моисеева. Et lui était appelé à regarder que les gens respectent la loi de Moïse. При нем эта женщина касается Христа. Et devant lui, cette femme touche Jésus. При нем Иисус говорит, c'est une женщина. Et devant lui, Jésus parle avec cette femme. Et on vit ici aussi. Et lui aussi, il la voit. On n'y a déjà ni слова ничего. Et lui, il a rien dit. Потому что когда у тебя проблемы свои, хватает. Parce que quand t'as assez avec tes problèmes. Чужие, знаете, ну. Vous savez les problèmes des autres. Не до тебя. Tu peux pas les avoir. Et Иаир здесь, он эту женщину видел, он уже ход, потому что она из-за кровотечения нельзя было касаться к. Et comme elle perdait du sang, elle n'avait même pas le droit de le toucher et même de venir dans la ville. Il faut que tu sois isolé. Nous devons essayer d'apprécier là. Il y a une smoothie pour t'amuser d'arriver. Quand tu as un problème, quand tu as un problème, il te pose pas qu'un ou revenir problème y aïr. Et c'est Jairus, il voyait cette femme et là il voyait son problème, mais vous voyez quand votre problème est tellement grand. Что ему стало знаете? Дорогие, до тех пор, пока ты не в проблемах, ты не поймешь проблемы другого человека иногда. Pendant que tu ne vas pas avoir des problèmes, peut-être, parfois tu ne vas même pas comprendre une autre personne. Знаете, пока у тебя не было такого момента, когда у тебя вообще не было хлеба дома, ты не поймешь, когда тебе говорят, что у меня кушать ничего. Si vous n'avez pas d'exemple de pain à votre maison, c'est là que vous allez comprendre la situation d'une autre personne qui a faim. Иногда, знаете, нам трудно понимать как бы других людей или прям других людей, потому что мы как бы ну живем не сталкиваемся с такими проблемами, поэтому нам кажется, что ну как так, ну что такое, ну что не можешь верить что ли? Parfois on a la difficulté à comprendre les problèmes des autres parce que nous-mêmes on les a pas vécus. Alors on leur dit mais comment ça tu as la difficulté? Иаир. Jairus. Он уже совеселение дочки. Lui avait besoin de la guérison de sa fille.
Эта женщина, et cette femme, нужна, что же, в исцелении. Elle avait aussi besoin de la guérison. Amen. Amen. Яир увидел эту ситуацию. Jairus a vu cette situation. Il comprenait. Что, то, что ему нужно, que ce que lui avait besoin. Ей тоже нужно. Elle aussi en avait besoin. Поэтому что я и буду ее тут говорить закон Моисеев. Получила, слава Богу за тебя. Alors pourquoi je vais commencer à parler de la loi des Moïse? Si elle a reçu la guérison, gloire à Dieu. Он ничего не сказал ей. Et lui a rien, il lui a rien dit. Когда мы приходим к Христу, et quand on vient à Christ, каждый обращает внимание на Христа, но не на проблемы другого человека. Chacun se concentre sur Christ et pas sur le problème des autres. Мы иногда мы приходим, у нас самый целый вагон проблем. Parfois on vient, on a un train de problèmes. И мы находим время быть полицейским для других людей. Et parfois il y a la police avec les problèmes des Нет, autres. Мы находим время, чтобы становиться полицейским для других людей. Ah, et parfois on trouve le temps pour devenir une police pour les problèmes des autres. В то же самое время, когда ты сам возле Христа. Et même quand toi tu es à côté de Christ. Яир учит нас серьезный урок. Jairus, il nous apprend ici. Серьезный урок. Дорогие. Sérieux. Когда ты еще никогда не ночевал на улице? Alors toi, si tu n'as jamais dormi dehors? Ты никогда не поймешь, иногда бомжа, который просит чай. Tu vas peut-être pas comprendre le vagabond qui est dehors. Но слава Богу, нам не нужно стать на улице, чтобы понимать их, потому что у нас есть сердце Бога, чувствование Бога, которое дает нам понимать их нужды. Et gloire à Dieu, on n'a pas besoin d'aller dormir dehors pour comprendre comment un vagabond se sent. Nous, on a le cœur de Dieu, de Jésus, qui nous donne ces sentiments de compréhension. Он дает нам это сострадание к ним. Il nous donne cette compassion envers eux. Поэтому нам не нужно обязательно пройти по всем проблемам, чтобы понимать других людей. Нам нужно просто иметь сердце Бога, чтобы понимать других людей и нести их бремя с собой. Alors, on n'a pas besoin de traverser tous les problèmes que les autres traversent pour les comprendre. Nous, on a besoin d'avoir le cœur de Dieu pour qu'il nous donne cette compassion pour les comprendre. Итак, Иисус говорит, не бойся. Et c'est de même que Jésus dit, n'aie pas peur. И сегодня я также говорю тебе. Et mais aujourd'hui, moi aussi, возможно, ситуация будет такая. Peut-être la situation était de même. Маленькая. И она усугубилась. Mais elle a grandi. И в разуме приходят мысли разные. Уже, как, уже тут какая вера? Уже брось эту веру. Уже как хочешь, там живи как хочешь. Уже какая вера тут? Et dans ta personne, peut-être, il y a des pensées qui viennent, qui disent, oh, mais abandonne cette foi, va vivre comme tu le veux. Quelqu'un est chaud pour venir à Господа. Pourquoi je vais continuer à lui dire? Quelqu'un est chaud pour malice. Pourquoi prier? Ah, si malice, vous êtes où je malice, God, je n'ai pas le choix, où je brosse et ça. J'ai prié pendant un an, il n'y a rien qui a eu, donc je vais juste abandonner cela. Jésus dit. Et Jésus dit. Никогда, si ça, là, quand ça, ça la хуже, Jésus dit, не бойся. Et Jésus dit, quand ta situation empire, n'aie pas peur. Поэтому я говорю тебе тоже. Pour ça, moi, независимо от того, что ты проходишь сейчас. Peu importe la situation que tu vis maintenant. Какая бы ни была ситуация. Peu importe la situation. Возможно, ситуация ухудшилась еще. Peut-être la situation elle a empiré. Она стала еще хуже. Elle est devenue encore pire. Иисус говорит тебе сегодня. Jésus te dit aujourd'hui. Не бойся. N'aie pas peur. Не бойся. N'aie pas peur. Не бойся. N'aie pas peur. Мне нравится один проповедник, я не помню, он говорит, что, я не помню точно кто, что он говорит, я не боюсь, я уповаю на Бога, даже если буханка хлеба, цена поднимется, будет стоить, допустим, миллион, то, наверное, у Бога есть достаточно сердца, чтобы дать мне миллион на хлеб, минимум. Il y a un pasteur qui disait que, peu importe la situation, exemple, même si le pain augmente, coûte 1000 $, Jésus, sûrement dans son cœur, il est capable de me donner. S'il m'a promis de te donner qui va te donner du pain. Ça veut dire que si le pain coûte 1 000 000, il va te donner le million pour que tu achètes ce pain. Бог знает о твоих нуждах. Dieu connaît tes besoins. Бог знает о моих нуждах. Dieu connaît mes besoins. Если нужно, Бог и самолет остановит. Si Dieu a besoin, il lui a même arrêté un avion à cause de toi. Мой пример. Mon exemple. Мы в Киеве находимся. Je me retrouve à Kiev. Я должен, там, где я жил,
Là où j'habitais, il fallait que je parte à 6h du matin pour ne pas être dans le trafic. Pour arriver à l'enregistrement. Et mon avion était à 9h45. Пока за мной приехали, пока мы спускали эти чемоданы, пока то, мы выезжаем отсюда в 7:10. Pendant que les gens sont venus me chercher, j'ai baissé mes valises, on les a mis, et on est parti à 7h10. Вы понимаете, что в Киеве 7:10, считай, что ты просто там такие пробки, мы тут, там пробка, ты успеешь выйти из машины, чай, купить себе чашку чая, ходить рядом с машиной, пить чай, ну, я... Vous savez, à Kiev, à 7h10, l'embouteillage est tellement pire que tu peux aller t'acheter du thé, faire comme du thé et marcher. Et là, nous, on y va. Мой друг говорит, ну, что же, он берет какие-то окольными путями, знаете, какие-то дороги, которые только он знает. Et là, mon ami, il prend des chemins que lui, juste, il connaît. Нарушаем все, что можно нарушать. On est allé en l'encontre de tous les lois qui on pouvait. Добраться надо. Il faut arriver. Едем. Приходим на вокзал. Приезжаем. On arrive à l'aéroport. Аэропорт. Беру, пока регистрация опять надо. Я уже, он делает регистрацию, все равно надо пройти туда, какие-то... Беру этот тест на, как его, на ПСР, надо взять результат там, что должен быть на мокрая печать. Là, je me suis enregistré online, j'ai pris mes tests, là, j'ai mes bagages. Все это бегом. Et tout ça en courant. А регистрация уже закончилась, слушай, я не знал об этом. Et la registration, elle avait déjà fini, et ça, je ne savais pas. Я еще не прошел за таможню. Et j'ai même pas passé les douanes. Но пока мы ехали... Et pendant qu'on allait... Сестра, которая была занята как администратор, как за мою поездку, именно она организовала все билеты, куда я пойду, кто ко мне придет в гости. То есть там было целое расписание. Она как была администратором всего моего нахождения там. И la soeur qui s'occupait de tout organiser, c'est elle qui avait acheté mes billets. Qui она avait... звонит. Вы уже в аэропорт? Et elle m'appelle, me dit, est-ce que t'es dans l'aéroport? Я говорю, в пути. Je dis, en chemin. Elle говорит, да вы же, ну, ты же не полетишь сегодня. Il dit, ah, mais tu ne vas pas partir aujourd'hui. Слава Богу за мои уста. Et gloire à Dieu pour mes paroles. Оля, я полечу сегодня. Я должен сегодня полететь. Et là, j'ai dit, oui, je vais partir aujourd'hui. Je dois partir aujourd'hui. Вы же на таком береге, а там же надо другой берег уже находиться. Вы как? Я говорю, сегодня полечу. Il dit, ah, mais vous êtes dans un endroit, mais il fallait que vous rendiez à l'autre. Et moi, je lui ai dit, moi, je vais aller aujourd'hui. Теперь, возвращаясь в аэропорт. Et là, retourner à l'aéroport. Еще таможню пройти надо. Им-то все равно. Им на своей скорости. Снимай все. И ремень снимай. И все. То есть... Et je dois passer les douanes, mais les autres font ça très lentement, comme d'habitude. Ils font et пока нашел там, где был наш, il m'a suivi, войти, embarcation. Quand j'ai trouvé l'embarcation, où je devais aller, прикажу, а никого же нету. Закрыто уже. Il n'y a personne, tout est fermé. И там девушка уходит. Et là, la fille, elle part. Я говорю, у меня самолет. Et là, j'ai dit, moi, j'ai un vol. А давно уже закончилось, как называется, посадка закончилась давно. Et je dis, est-ce que l'embarquement, elle a fini il y a très longtemps? Но где-то уже минут 15, уже, то есть, официально, то есть, ça, c'est уже самолет, там уже турбина, уже там, уже, все. Я говорю, я должен лететь сегодня. Et là, officiellement, déjà, l'avion est en marche. Et là, moi, j'ai dit, moi, je dois partir aujourd'hui. Она меня смотрит, молчит. Я думаю, что она начала думать хорошее обо мне. Et là, elle me regarde, elle s'était, et je pense qu'elle a commencé à penser des bonnes choses sur moi. Она смеет благословить, наверное, внутри сердца. Сурмай, elle est en train de me bénir dans son cœur. Хорошо, посмотрю, но я говорю, честно, но я просто субъективно убедился, что все. Et c'est juste pour que tu sois convaincu que c'est fini. Она звонит одному человеку. Là, elle appelle une personne. Тот говорит, нет, нельзя. L'autre personne lui dit non. Второму, куда-то, я же знаю, куда-то, какой-то начальник, тоже нельзя. Третьему, последнему звонку. Elle appelle la troisième personne. Тот, наверное, позвонил, là, как-то, ну, внутренне говорит, пусть бежит, мы открываем. Они опять открывают борт самолета. Et là, il dit qu'il puisse courir. Il ouvre la porte. Я бегу со своими. Et là, je cours avec mes bagages. Зашел. Je rentre. Какое место? Я уже место сказал, какое. Туда быстро. Я Alors, c'est quoi ta прошел. Place? Я только присел. На крест присел. Даже вот... Они уже за это время уже прошли уже инструктаж. То есть я только присел, самолет... Я только, я вот, я ремень одеваю, самолет уже начинает...
Ils ont déjà passé toutes les instructions. Je me suis seulement assis. J'ai même pas eu le temps de mettre ma ceinture que l'avion elle a commencé à aller. Je suis assis dans l'avion. Je dois croire, mais je crois pas. Je dois croire que je suis dans l'avion, mais je crois pas. Знаете, самое интересное. Когда открыли, ты заходишь, весь самолет все молчат, ты один проходишь по рядам. Vous savez, quand ils ont ouvert la porte, tu marches, tout le monde est en silence et tu es le seul à marcher. Видно, что... On voit que le business class est arrivé. На тебя смотрят, каждый тебя благословляет, наверное. Tout le monde te regarde et sûrement chacun te bénit. И прихожу, этот человек на меня смотрит, который рядом с ним. Et la personne qui est assise avec moi, il faut qu'elle se mette debout pour que je passe. Как мышка, ничего не говорит. Je me suis assise comme une souris, je dis rien. Я сел. Тут ничего не расспросить. Я сел тихо. Demandez-moi. Я просто говорю, что Бог о нас заботится. Et je vais vous dire que Dieu s'occupe de nous. Я потом, когда уже самолет мы же летели. Et là, quand j'étais en avion, on est déjà parti. Конечно, я не знаю, но я уверен, что если бы тогда я согласился с тем, что я не полечу. Et je suis certain que si j'étais convaincu que je n'allais pas partir. Когда мне говорили, ты уже не полетишь, тогда, возможно, я бы не полетел. Si j'avais écouté quand elle m'a dit, tu ne partiras pas, sûrement, je ne serais pas parti. Non, я верил, что опаздываю, но я же не верил, что уже трап закрыли. Je savais que j'étais en retard, mais j'avais foi que j'allais rentrer. Il y avait pas encore fait la trappe. Чем? Я знаю, что я опаздываю, но как-то успею там последний... Ну, не так, чтобы все закрыли, все уже убрали. Je savais que j'étais en retard, mais la situation était encore plus pire. Il y avait déjà tout fermé, il y avait tout déjà enlevé. Дорогие. Alors, cher. Бог хороший. Dieu est bon. Конечно, не хочу вам повторить, то же самое произошло с Францией, тоже, когда летели с Францией тоже. Et je ne vais pas vous répéter, mais la même chose s'est passée en France. Потому что сценарий, только здесь я успел зайти последний, очередь, ну, не закрыли еще, вот. Mais dans cette autre fois, j'ai eu le temps de passer Когда пробка, значит, у тебя же времени, знаешь, эти пробки потом, да. Oui, le trafic. Думаешь, ну, если пойти в аэропорт в два, я там буду сидеть 4 часа. Зачем там слишком много? Если я приду раньше, там еще 3 часа сидеть в аэропорт, что там буду делать? Думаешь, я пойду наверное, в 3, ну, так, там за 3 часа я доберусь. А как раз этот час... Alors tu t'es dit, si je pars 4 heures d'avance, mais c'est trop tôt, je vais juste attendre là-bas. Mais là, tu pars 3 heures d'avance et finalement, il y a du trafic et tout. Et là, je me suis dit, la prochaine fois, je vais boire du thé là-bas. Et je vais dîner là-bas. Et je vais rester là-bas. Et donc, возвращаясь к нашей теме, дорогие. Et en retournant à notre thème. Да, эта ситуация будет такая именно примерно, но смешной. Но бывает пример, когда... Не так смешно, тогда намного хуже ситуация. Là, l'exemple que je vous ai donné était drôle, mais parfois la situation est pas très drôle. Когда ты верил за такое, quand tu croyais pour quelque chose de même, ситуация оказывается намного глубже, намного серьезнее потом. Mais la situation se retrouve plus sérieuse et plus difficile. И мысли, когда я стоял перед этой девушкой, когда она звонила, et quand j'étais devant cette fille qui appelait, mes pensées, мысли приходили, mes pensées, ну что ты ее беспокоишь, ну что она может решить, ну самолет, это же самолет, ну как, ну... Закрыли, ну что ты ее просто мучаешь? Là, mes pensées venaient de dire, pourquoi tu déranges cette fille? Ils ont déjà fermé. Смирись уже, все, подожди, следующий самолет, иди, скажи там, что я опоздал, тебе следующий самолет, подожди. Mes pensées disaient, mais va voir quelqu'un d'autre, dis-lui que t'as manqué mon vol, j'ai manqué mon vol. Но где-то внутри было, не, я должен ехать. Mais à l'intérieur de moi, j'avais, non, je dois y aller. Я пойду, я полечу сегодня. J'étais persévérant, j'ai dit, non, aujourd'hui, je vais partir. Вот эта вера, et cette foi, она позволила, elle m'a permis. Чтобы я все-таки эту девушку мог убедить, что, ну, позвонив все равно даже третий, первый раз сказали нет, она меня смотрит, второй раз сказали нет, она меня смотрит. Типа, что, ну нужно еще третий раз звонить, ты же сам видишь. Alors, elle a appelé une fois, elle m'a regardé, deuxième fois, elle m'a regardé, puis là, elle disait comme, tu vois, ça fonctionne pas. Ну, я все равно говорю, звоните еще этому. Mais j'ai dit, mais appelez encore à l'autre. Итак, Яир, et de la même façon, не беспокой учителя. Jairus, ne dérange pas ton maître. Anna уже умерла. Elle est déjà morte. Et Bible говорит нам. Et la Bible nous dit. Иисус сказал ему не бойся. Et Jésus lui dit n'aie pas peur. Поэтому повторяю мысль. Et je vous répète. Не понимая при том, через что ты проходишь.
En pas comprenant par quoi tu traverses. Но я хочу тебе сказать. Je veux te dire. Не бойся. N'aie pas peur. Не бойся. N'aie pas peur. Не бойся. N'aie pas peur. Бог знает, через что ты проходишь, и Бог знает, что ситуация ухудшилась. Dieu sait par quoi tu traverses, et Dieu il sait que ta situation a empiré. Иисус идет с ним вместе к нему домой. Et Jésus marche avec lui à sa maison. И ученики. Et les disciples. И они приходят. Et ils arrivent. И интересно, такую вещь делает Иисус. Et c'est une chose intéressante que Jésus fait. Он выбирает Иоанн, Петр и Яков. Il choisit Jean, Jacques. Et Jean, Jacques et Pierre. Jean-Jacques Pierre. Чтобы с ним зашли. Девять. Pour qu'il reste avec lui. Non, чтобы они остались. Et pour qu'il reste avec lui. Почему? Я не знаю. Et pourquoi? Je ne sais pas. Но я что я замечаю здесь? Mais qu'est-ce que je remarque ici? Все 12 учеников. Tous les 12 disciples. Они имели веру на исцеление. Il y avait la foi pour la guérison. Но только 3, возможно. Mais seulement 3. Имели веру на воскресение. Il y a seulement 3 qui avaient peut-être la foi pour la résurrection. Повторяю мысль. Je répète. Все 12 шли с ним за исцелением. Tous les 12 sont allés pour la guérison. Но когда они пришли туда, mais quand ils sont venus là-bas, Иисус увидел. Jésus a vu. Скорее всего. Sûrement. Что вот эти. Que ceux-là. У них есть вера. Il y avait la foi. Но их вера на исцеление была. Mais leur foi était pour la guérison. Nous y sommes prêchés. Si toi c'est pas mignon là, tu peux nous là, ni isélène à vascriser ni mortuir. Mais là la situation a changé et là on n'a pas besoin d'une guérison, mais on a besoin d'une résurrection des morts. Поэтому здесь нужно взять те, которые могут верить в воскресение. Et là il faut prendre ceux qui peuvent croire à la résurrection. Насколько дорогие бывают в нашей жизни. Et vous savez dans nos vies. Кто-то может тебя поддержать. Quelqu'un peut t'encourager. Какое-то время в твоей вере. T'encourager dans ta foi pendant un temps. Non, на каком-то уровне. Mais dans un certain niveau. Возможно, его веры не хватит продолжать тебя поддерживать. Sa foi ne va pas être assez pour continuer à t'encourager. Non, это не означает, что он плохой человек. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Что он неверующий. Ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas. Просто его вера. Ça ne veut pas dire que sa foi. Была достаточно, чтобы с тобой прийти на тот, на, ну, до сюда. Elle était assez pour venir à ce point-là. Amen. Amen. Non. Пойти на уровне воскресения. Mais pour aller au niveau de la résurrection. Иисус, конечно, об этом не написано, это я как бы, так скажем, ну, домысливаю, так скажем. C'est pas écrit, mais c'est ce que moi je pense. Иисус увидел. Jésus a vu. Он взял родителей, то есть папу, отца и мать. Il a pris les parents, le père et la mère. Потому что папа пришел, он же показал свою веру. Parce que le père est venu, il a montré sa foi. Мама, тем более. Мама осталась дома, потому что она не могла пойти. Она хоть села много с ребенком там, пока она была при смерти, она заботилась. Et la maman surtout, elle s'occupait de l'enfant pendant que le père était parti. Поэтому они зашли туда, в шестером. Et ils sont rentrés les six ensemble. То есть Иисус, три ученика и двое из родителей. Jésus, les trois disciples et les deux parents. Насколько важно. C'est très important. Когда мы, как люди что-то проходим. Quand, comme humain, quand on traverse quelque chose. Точно так же, как церковь. De la même manière мы можем пройти какие-то трудные моменты. On peut traverser certains moments как difficiles. Важно иметь те людей, которые верили, когда нас было больше, которые будут верить, когда нас меньше, и которые будут верить, когда нас опять больше станет. Alors, c'est très important des personnes qui croient qu'on était beaucoup, quand on était moins, mais qu'on va être beaucoup encore. Поймите, потому что этапы в жизни будут разные. Parce que les étapes dans notre vie peuvent être différentes. Ситуации будут разные. Les situations sont différentes. Всегда нужны люди, которые будут на каком-то этапе отчаянно верить. Et on a besoin tout le temps des personnes qui vont croire dans chacune des étapes. Нужно те, которые скажут, да, я знаю твою ситуацию. Я знаю, что она плачевная. Я знаю, что она уже ужасная. Но Бог может помочь. On a besoin des personnes qui disent, oui, je sais que ta situation est difficile, qui est horrible. Mais Dieu peut nous aider. Нам нужны такие люди. Тебе нужны такие люди. On a besoin de ces personnes. Но я не говорю, что другие плохие. Просто их уровень веры. Et je dis pas que les autres personnes sont mauvaises. C'est juste que leur niveau de foi. Христос не выгнал этих учеников. Потом они же продолжали с ним ходить. Jésus ne les a pas renvoyés après. Il marchait avec eux après.
Они остались его учениками. Ils sont restés ses disciples. Только для этой ситуации. Mais pour cette situation spécifique. Nous avons besoin другой уровень веры. On avait besoin d'un niveau de foi différent. И с другой стороны, показывая вам Иаир. Et d'un autre côté, je vous ai montré Jaïr. Мы не видим нигде, что Иисус сказал Иаир. Иаир, подними уровень твоей веры. On voit pas Jésus qui dit Jairus, augmente le niveau de ta foi. С той веры, с которой он пришел. Avec la foi qu'il est venu. На исцеление. Pour la guérison. Он получил чудо воскрешения. Il a eu le miracle de la résurrection. Amen. Amen. Единственное. Le seul. Что Иисус просил? Qui Jésus a demandé. Не пусти страх. Ne laisse pas la peur entrer. Уровень веры, с которым он пришел на исцеление. Le niveau de foi qui est venu pour la guérison. Et ta самая вера, он va nous только Иисус говорит, самое важное, не бойся. Ты уже пришел ко мне. Ты за мной пришел. Мы идем с тобой. Не бойся. C'était le bon niveau de foi, mais seulement il a dit, n'aie pas peur. Parce qu'иногда нам кажется, что я верю, но, наверное, не так верю. И дьявол приходит, ты, наверное, не так веришь. Ты только один раз постился, надо тебе 8 раз поститься. Parfois, on a la foi. Et là, il y a des pensées qui disent que, oh, j'ai jeûné une fois, et là, le diable te dit, mais non, tu aurais dû jeûner 8 fois. Tu seras malin, ça. Paul, ça. Нет, надо 3 часа молиться. Peut-être après une demi-heure, mais non, il faut prier 3 heures. Et мы начинаем себя как бы осуждать духовно, потому что похоже, что я что-то не то делаю. Нет. Et là, on commence à se juger spirituellement parce qu'on s'est dit, oh, peut-être j'ai pas fait quelque chose de bien. Мы просто это не признаем. Мы начинаем просто бояться. Это страх. C'est juste qu'on le reconnaît pas, et là, on commence à avoir мы начинаем капитулировать, то есть паника приходит. И мы делаем за что угодно. Надо больше молиться, больше поститься, больше. Нам нужно просто иметь веру и не бояться. On commence à tenir des choses, on se dit on devrait prier plus, jeûner plus, mais non, il faut juste pas avoir peur. Потому что через страх. Parce qu'à travers la peur. Враг приходит. C'est là que l'ennemi vient. Через страх. À travers la peur. Он делает таким образом, что мы начинаем, он у нас не ворует, мы начинаем терять через страх. Et lui, il nous vole peu. C'est lui qui commence. Страх, это как, знаете, как дверь, которую мы открываем, и то, что было наше, она просто сползает. Et la peur, c'est comme une porte qui s'ouvre, et ce qui était à nous commence поэтому à s'écrouler. Христос позаботился, чтобы он не боялся. Alors, c'est pour ça que Jésus dit, pour qu'il n'ait pas peur. Vous voyez situation. Dans ta situation. Не бойся. N'aie pas peur. Я хочу сказать тебе, какая бы она ни была. Je te dis, peu importe ta situation. Если ты веришь Богу. Si tu crois à Dieu. Продолжай верить. Continue à croire. Пусть ничто не скажет тебе, не утруждай учителя. Puisse personne te dire, ne dérange pas le maître. Потому что сам Христос сказал. Parce que Jésus lui-même a dit. Вы, обремененные, которые имеете тяжесть, приходите ко мне. Parce qu'il dit, vous qui vous avez ces difficultés, venez à moi. Он зовет те, которые имеют тяжесть. Il appelle ceux qui ont des poids. Поэтому ты его никогда не обременишь. Поэтому ты его никогда не обременишь. Pour ça, vous allez jamais le déranger. Никогда. Jamais. Он сам говорит, вы приходите, у вас есть трудности. Приходите, приходите ко мне. Alors lui, il dit, vous avez des difficultés, venez à moi. Тогда почему я должен верить, что я мешаю Богу? Alors pourquoi je dois croire que je dérange Dieu? Даже есть некоторые верующие, которым дьявол умудряется, говорит, что они Богу мешают своими молитвами. Et même parfois, à certains chrétiens, le diable leur dit, il leur donne des pensées qui disent, ok, même avec leurs prières, ils dérangent Dieu. Как ты можешь мешать Богу молитвами? Ну как ты можешь мешать Богу? Comment tu peux déranger Dieu avec tes prières? Хоть тысячу раз молиться в день, только в кайф Богу, извините. Et même si vous priez 1000 fois à Dieu, c'est vraiment c'est bon pour Dieu. Запомните. Rappelez-vous. Нет такого времени. Чтобы он был настолько занят, чтобы у него не было времени на тебя. Qu'il va être si occupé qu'il n'aura pas le temps pour toi. Et notre premier texte nous показывает. Cet exemple nous montre aussi. Что Христос, наш Бог, заботится о всех людях одновременно. Que Jésus s'occupe de chacune des personnes en même temps. Нет такого очереди, что пока. Пока сейчас Господь занимается Украиной, поэтому Канада, ну, по Канаде ждет. Il n'y a pas une file. C'est pas que Jésus s'occupe de l'Ukraine, alors le Canada y attend. Нет такого. Non, il n'y a pas ça. Иисус одновременно решал вопрос женщины. Он успевал слушать то, что говорят Иаиру. Он успевал говорить, Иаир, не бойся. Вы понимаете? То есть,
У него есть время на всех нас. Alors Jésus s'occupait de cette femme avec une oreille, écoutait ce que Jairus disait, puis en même temps il lui disait n'aie pas peur, donc il y a le temps pour nous. Никогда, никогда, никогда не думай, что ты мешаешь Богу. Jamais, jamais, jamais ne pense pas que tu déranges Dieu. Даже когда ты поступил неправильно. Et même si tu as fait quelque chose de mauvais. Даже когда ты поступил неправильно. Et même quand tu as fait quelque chose de mauvais. У Бога есть планы для тебя. Dieu a des plans pour toi. Adam et Eve, они согрешили. Adam et Eve ont fait ils ont péché. Когда они согрешили, Богу же придумали план, что они будут господствовать. Потому что они согрешили, они тут вот. Là, ils ont péché et Dieu avait un plan pour eux. Богу же был план, что они будут господствовать. Et Dieu avait déjà un plan pour eux qui allait как так? Comment ça? Я не говорю, что мы должны делать все, что мы хотим. Я просто показываю сердце Бога, чтобы мы понимали, что Бог любит нас, что Он за нас. Et je ne dis pas que vous devez faire tout ce que vous voulez. Là. Je veux vous montrer que Dieu vous aime, il est pour vous. Et il est parce que нельзя бояться к нему подходить. Наоборот, что бы ты ни делал, что бы ты ни натворил, что бы ты натворил, нужно к нему бежать. Если бежишь, сделай что-то хорошее, беги с радостью. Что плохое, беги со слезами, но беги к нему. Dieu veut nous montrer qu'il faut courir à lui. Si on a fait quelque chose de mauvais, on peut courir vers lui avec des larmes. Si on a fait quelque chose de bon, courir avec joie, mais courir vers Dieu. Всегда беги к нему. Tout le temps courir vers Не lui. Не оставайся сам. Ne reste pas tout Потому seul. Что дьявол принесет страх внутри тебя. Parce que le diable a amené de la peur dans l'âme de toi. Вот маленький пример. Voici un petit exemple. Это со мной. Avec moi. Когда я улетел. Quand je suis partie, я говорил с моим наставником, пастор Битимо, по телефону мы говорили с ним. J'ai parlé avec le pasteur Битимо. Где-то за неделю. Une semaine avant. И мы должны были еще созвониться перед поездкой. И aussi on devait s'appeler avant de partir. Я не созвонился с ним, я забыл. Et moi j'ai oublié de l'appeler. Когда я был там, et quand j'étais là-bas, он мне где-то раза три звонил. Il m'a appelé trois fois. И иногда мы видели, когда он звонит. Я то с кем-то, то потом только вижу телефон, что он звонил. Et là, quand il appelait, là, j'étais avec quelqu'un, ou sinon, je n'avais pas remarqué. Puis là, oui, en France, il m'a raison de vous звонил. Et quand j'étais en France, il m'appelait deux fois. Я говорю, я прилечу, сразу ему позвоню. Et là, je me suis dit, je vais atterrir et je vais l'appeler. Прилетел. J'ai atterri. Первый день, что за эти опять, то, не звонили ему. Et la première journée, et on les звонит первый. Et lui, c'est le premier qui m'appelle. Я только не взял. Я смотрю, он звонит. И я настолько, растерялся. Думаю, я же хотел первый, как тут, Et là, il m'a appelé, et là, j'ai perdu. Я только не взял. Et là, j'ai dit, oh, mais c'est moi qui voulais l'appeler premier. Следующий день, on звонит мне. Et la deuxième journée, il m'appelle aussi. Я смотрю, так неудобно, я только не беру. Et là, je me sentais pas mal que j'ai pas pris le téléphone. Вы понимаете, вот простая ситуация, да? Ну, я вам говорю, простая ситуация. Si vous comprenez, une situation très... И потом я начинаю говорить, как-то неудобно. Ну, Et là, je me sens mal. Вчера. Hier. Лежу. Je suis на кровати лежу. Бан, он звонит. Je suis couché à mon lit, il m'appelle. Я трубку не беру. Et je prends pas le téléphone. Я трубку не беру, не потому что трубку не могу взять. Et pas parce que je peux pas prendre le téléphone. Потому что дьявол смог меня уже... Ну, такой капкан, знаете, какой неуважение, какое непочтение. Вот человек наставник, вот тебе звонили, трубку не берешь, даже ты ему не звонишь сам. Ну, и сам вот дьявол, как, выход не предлагает. И le diable m'a donné des pensées. Да, но то, что трубку не набрать, то, что не бери. Le diable m'a donné des pensées qui dit, oh, mais là, le respect, tu n'as pas répondu, il t'a appelé plusieurs fois. Et toi-même, tu ne l'as pas appris. Il m'appelait tellement de fois, puis je n'ai jamais pris le téléphone. Et là, il m'a laissé même des messages. Et il m'a écrit en Charlemagne. Et là, il a appelé même Charlemagne pour qu'il me trouve. Et là, je me suis fait un problème moi-même. Non, Yves Chira. Et hier. Les jours. Он позвонил, я только не взял. Смотрю, по-моему, сообщение, он мне оставил месседж. Il m'a laissé un message. Ай, что-то надо делать. Надо что-то делать. Il faut que je fasse quelque chose, je dois faire quelque chose. Надо что-то делать. Ну, что делать? Ты знаешь, что делать? Ну, знаешь, сам понимаешь, что делать. Tu sais quoi faire, mais tu... Бан, смотрю, он написал теперь текст.
Surtout pour me sachez les acolytes. Il casse mes téléphones acolytes, c'est-à-dire mangou vide. Il y a une petite texte, non, mangou vide couteau, non, c'est là où vide un couteau. Je peux pas lire le message, mais je vois son nom. Petit maître clou, il y a une chose pas zonu. Là, je vais. Il y a des petites choses dans le sol, il y a ça, une bombe zonu. Et là, je l'appelle. On trouve que Bériot. Oh, privé tout le monde, ça privé. Il y a que zras outil nous, il y a jdou, nous chasse à tchot. Quand tu dis là, tu dis bien chou, quand tu es normal, option. La corruption normale. Et là, j'appelle. Il y a jdou. Je te dis, ni plus, il y a tu es calme, 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 il y a du mal à me tuer, je suis là, 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 j'ai pris le téléphone et là, je m'attendais qu'il commence à me chicaner, mais non, il était content de me dire, je suis content de me parler. Il y a pas de situation, c'est normal. Et vous savez, quand je parle de la troupe, je dis, bon, votre diable, dans le revenu, messieurs, moi, je dis, pour ça, ça ne veut pas vérité. Faut que tu aies un quartier, non? Le diable peut nous faire croire à une situation. C'est toi qui as le diable, tu as une grave dans ta guise, dans ta guise, dans ta guise. Pourquoi qu'on commence à parler avec d'autres? Peut-être que tu as dit, Nam, nous n'avons pas besoin du diable, nous n'avons pas besoin de ce que tu as dit. Alors, cher, on n'a pas besoin d'avoir les pensées du diable, il faut qu'on sache ce que Dieu nous dit. Il y en a qui sont baillés, ça. Il ne faut pas avoir peur. Parce qu'on est, on va chier. Il m'a appelé, puis il était pas fâché. Il faut que tu aies un truc pour la j'ai raccroché, je me suis dit, oh, est-ce que c'était un rêve? Niet. Non. Diavol. Le diable. On nous accorde, t'as qui miel qui tu es tiré ni sa miette là. Il vient avec. Et on nous a stavé, tu viens pas vers, t'as quoi, t'as pris à moi, je vais se mirgarite. Le diable vient, il t'a mis une petite pensée, mais il te fait croire comme s'il y avait une situation, était une montagne pour toi. Et tac, dragui. Alors, cher. Sto isho ou toujais ou titil. Pourquoi déranges-tu encore le maître? Zapomni. Tu ne déranges jamais le maître. Amen. Amen. Jamais tu le déranges. Et deuxième chose. La foi que tu as. Elle est assez pour que tu reçois le miracle qui t'attend. Je répète. La foi que tu as. Christos Gavaril, da je vera sigarsito azerna. Mais Jésus disait avec la foi d'un grain de moutarde. Alors la foi que tu as, elle est assez pour que tu reçois ce que tu as besoin. Parce que ta foi vient avec la croissance spirituelle que tu as. Non, nezakati imet vera kaku benihina yesiti na même ura yesi mustabu ajakwa ura vni. Si on a le même niveau spirituel, tu ne peux pas avoir, vouloir la foi de Benihin. Non, tu ne peux pas le dire. Benihin ne peut pas le dire. Na toyom vere que tu vas y. Mais tu peux recevoir ce que Benihin reçoit avec la foi que tu as. Parce que tu as où revenir toi et vere. Parce que c'est le niveau de ta foi. On prichol zaiselenium. Il est venu pour la guérison. Non, venu sa chudom vaskreshenium. Mais venu avec le miracle de la résurrection. Amen. 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 Ne boisa. Ne papa. Давайте встанем. On peut se mettre debout. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Hallelujah. Gloire à Dieu. Итак, независимо. Et peu importe. От наших проблем, сложностей, трудностей. Peu importe nos problèmes, nos situations, nos difficultés. То, через что ты проходишь сейчас. Ce que tu traverses maintenant. Если ты сможешь поверить Богу, si tu peux croire à Dieu, вот, той вере, которую у тебя есть, вот, это вера, которая у тебя есть, avec la foi que tu as, это будет достаточно для чуда в твоей ситуации. Ça va être assez pour un miracle dans ta situation. Тебе не нужно, как, знаете, какой-то иметь сверх веры. Tu n'as pas besoin d'avoir une foi surnaturelle. Просто изгони страх. Juste fais sortir la peur. Изгони страх из твоего сердца. Fais sortir la peur de ton cœur. Изгони панику. Fais sortir la panique. E davvero a Bogo. E fai confiança a Deus. E Bogo o pravi tu sempre. E Deus vai controlar tudo. Amém. Amém. Deve abrir malícia. Vamos abrir agora.
Ты знаешь свою ситуацию. Tu connais ta situation. Ты знаешь, что ты хотел. Tu sais ce que tu voulais. Ты накопил деньги, ты хотел там купить дом. В этом момент дома увеличились. Ты сможешь, Боже, когда я деньги были, я думал, что я куплю, а тут теперь как будет? Бог знает об этом. Dieu, tu voulais t'acheter une maison, t'as mis de l'argent de côté, mais maintenant les maisons coûtent tellement cher et tu dis, Dieu, je voulais m'acheter une maison. Mais Dieu, il sait. Я накопил, это было, но теперь с такими ценами, как? Продолжай уповать на Бога. Continue à louer Dieu. Бог знает, как делать. Dieu, il sait comment faire. Ты стоишь в вере за что-то. Ты en foi pour quelque chose. Ситуация ухудшается на твоих глазах. La situation empire devant tes yeux. Она ухудшается. Elle empire. И дьявол приходит. Et le diable и шепчет тебя. Il te chuchote. У тебя не хватает веры. Tu n'as pas assez de foi. Tu veux juste больше веры. Tu dois croire en Dieu. Скажите мне, больше веры это как? Et dites-moi, c'est quoi avoir plus de foi? Non, non, больше веры это как? C'est quoi croire plus? Как я смог довериться, так и доверяюсь Богу. Как это еще больше веры? Si je crois à Dieu, comment je peux encore croire plus? Просто верь, как ты веришь. Верь дальше. Только, пожалуйста, страх не пусти. Crois comme tu crois. Juste ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. И Бог усмотрит. Et Dieu, и Бог сделает. Dieu va se charger de la situation. Dieu va Amen. Faire. Amen. Alléluia, Господь Бог, спасибо тебе. Благодарим тебя, Господь. On te remercie, Seigneur. Благодарим тебя, Иисус. On te remercie, Jésus. Благодарим тебя, Царь Царей. On te remercie, Roi des Rois. О, спасибо тебе, Господь. On merci, Seigneur. Возвеличиваем имя Твое. On augmente ton nom. Возвеличиваем Твое имя, Иисус. On augmente ton nom, Jésus. Господь Бог, мы рады. Seigneur Dieu, on est très content. И мы счастливы. Et on est très heureux. Тем, что мы никогда Тебе не мешаем. Qu'on te dérange jamais. Мы рады тем, что у Тебя всегда на нас есть время. On est content que tu as tout le temps pour nous. Мы рады тем, что вера, которая у нас есть, она достаточна для того, чтобы даже горы поднимать. On est heureux que la foi qu'on a est assez puissante pour monter une montagne. Потому что ты говоришь в своем слове. Parce que tu dis dans ta parole. Если мы скажем горе, si on dit à la montagne, и если мы не усомнимся, et si on va важно, чтобы мы не пускали сомнения. L'important c'est qu'on laisse pas le doute. Важно, чтобы мы не пускали страх. L'important c'est qu'on laisse pas la peur. Важно, чтобы мы не пускали панику внутри себя. L'important qu'on laisse pas la panique. У тебя есть цель для нас. Tu as un but pour nous. У тебя есть план для нас. Tu as un plan pour nous. Господь Бог. Seigneur Dieu. Подобно Иаиру. Comme Jairus. Мы тоже, Господь, стояли в вере за что-то, Господь, за исцелением. On est devant toi pour une situation. Но, возможно, ситуация ухудшилась, Господь. Mais peut-être la situation est empirée. Теперь мы стоим с той же верой, но теперь за воскрешением, Господь. On est devant toi avec la même foi, mais maintenant pour Et la résurrection. Et мы знаем, Бог, Et on sait Dieu, что ты силен tu es fort. Избавить. Tu as le pouvoir. Ты силен помочь. Tu as le pouvoir de nous aider. Ты силен освободить. Tu es assez fort pour nous délivrer. Ты силен восполнить наши нужды. Tu es assez fort pour répondre à nos besoins. О, Господь, спасибо тебе. Seigneur. Мы благословляем Твое имя. On bénit ton nom, Seigneur. Мы благодарим Тебя, Господь Иисус. On te remercie, Seigneur. Alléluia. 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 Amen. 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 Итак, церковь. Alors, église. Сомнение. Le doute. И страх. Et la peur. Сомнение. Le doute. И страх. Et la peur. У тебя уже есть вера. Tu as déjà la foi. У меня уже есть вера. Moi aussi j'ai la foi. Больше веры я не понимаю, что больше веры. Je ne comprends pas c'est quoi plus de foi. Я не поймите, если мы говорим такие вещи, но я что такое больше веры? Ça veut dire quoi avoir plus de foi? Как я верю? Ну я же, ну как мне сейчас верить Богу больше, чем я сейчас, ну я уже и так верю. Comment je peux croire à Dieu plus que je crois maintenant? Si je crois déjà. Уровень веры всегда идет с уровнем духовного роста твоего. Le niveau de foi va avec ton niveau spirituel. Вопрос именно в страхе. Вместо того, чтобы говорить человеку, имей больше веры, надо говорить, не позволь страху войти, не позволь сомнению войти. À la place de dire à quelqu'un, aie plus de foi, il faut dire, ne laisse pas. Но вера, которая есть у человека, она уже достаточно для этого чуда. Mais la foi qui est à l'intérieur de toi est assez pour ce miracle. Эта вера достаточно для чуда.
этого и assez pour un miracle. Поэтому я говорю тебе. Pour ça, je t'ai dit. Как Бог говорил. Comme Dieu a dit. Как его? Гедеон. Иди с той силой твоей. Il a dit à Gédéon, va avec ta force. Бог сказал Моисею, возьми та же самая палка, которую у тебя. Прости эту палку, эту жезл прости. Я дит а Моисею, prends ce bâton. Он не сказал. Держи жезл, он удлинится, потом прости. Нет. Il a pas dit, le bâton va augmenter, puis après tu. Та же тот же самый жезл. Гедеон, та же самая сила, которая у тебя. Иди только не бойся. Я дит а Гедеон, avec la force. Не говори себе, что я такой маленький. Но иди с той же, которая у тебя есть. Va avec ce que t'as. Поэтому брат мой, сестра моя. Mon frère, ma soeur. Та вера, которая у тебя есть. La foi que она tu достаточно для твоего чуда. Elle est assez pour ton miracle. Та вера, которая у тебя есть. La foi que tu она as. Она достаточно для получения твоего чуда. Est assez pour que tu reçois ton miracle. Не пусти страх. Ne laisse pas Et la peur. Не пусти сомнение. Et ne laisse pas le doute rentrer. Alléluia. 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 Amen. 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 Пусть Бог благословит нас. Это у нас теперь время для пожертвований, для приношения. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est le temps des offrandes. Знаете, vous savez, то же самое. Дьявол говорит нам, он рисует нам такие картины ужасные иногда. Le diable nous dessine des images très horribles. Он говорит. Il nous dit. Это твои последние. Ça va être la dernière fois. Сколько можно Богу давать? Comment tu peux continuer à donner à Dieu? Как можно быть верный Богу в десятинах и так далее? Comment tu peux être fidèle dans la dîme à Dieu? Сколько ты верен Богу и что с этого? Et tu ta foi en Dieu et qu'est-ce que ça se fait? Qu'est-ce que ça fait? Я знаю одно. Et je sais une chose. Бог верный. Dieu est fidèle. Бог верный. Dieu est fidèle. Бог верный. Dieu est fidèle. То, что он делает в моей жизни, ce qu'il fait dans ta vie, не сравнится с тем, что я даю, это финансы. Ne peut pas se comparer à ce que je donne des finances. Начальник синагоги, он был готов оставить все свои титулы, упал на колени. Le dirigeant de synagogue était prêt à tout acheter. Il y a des choses que tu ne Il y a des choses que tu peux pas acheter. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec ton argent. Il y a des choses que tu ne peux pas acheter avec ton argent. Поэтому деньги это одно из способов, как мы выражаем нашу признательность Богу и все. C'est une méthode comment on reconnaît Dieu. Но деньгами мы не покупаем Бога. Avec Dieu, on achète. Мы не покупаем его благоположение. Avec l'argent, on n'achète pas Dieu. Ты можешь верить Богу и без даже не давая деньги. Tu peux croire à Dieu et ne pas donner de l'argent. Ты можешь Бог тебя любит, даже ты ему не даешь ничего. Dieu t'aime même si tu lui donnes rien. Он тебя любит, он тебя любит. Dieu t'aime. Даже ты можешь даже год ему ничего не давать. Même si pendant un an tu lui as rien donné. Он тебя будет любить. Il va continuer à t'aimer. Вопрос. La question est. Это ты сам. Как ты? Comment toi? Твое сердце к нему. Comment est ton cœur envers lui? Поэтому пожалуйста, святые. Alors mes Те, которые онлайн вы можете жертвовать, если у вас есть. Vous pouvez donner aussi online ceux qui ont. Parce que quand je suis online, vous voyez que je mange, c'est-à-dire Thérèse Interact. Et ceux qui sont online, vous pouvez donner aussi par Interact. Et si nous pour ça, Богу говорим. Avec ça, on dit à Dieu. Господь, я здесь. Dieu, je suis ici. Это моя вера. Et ça, c'est ma foi. Да, мне сейчас трудно финансово. Oui, j'ai la difficulté dans mes finances. Ситуация стала хуже. Et maintenant, les choses Но вот это моя вера. Mais ça, c'est ma foi. Я продолжаю. Et je continue. Это есть моя вера. Ça, c'est ma я foi. Продолжаю. Et je continue. Это выражение веры. Et ça, c'est comment je démarre ma foi. И не перестану жертвовать из-за страха. Si t'as arrêté de donner à cause de la peur. Повторяю. Не жертвуй и не перестану жертвовать из-за страха. Ne donne pas à cause de la peur. Все, что ты делаешь. Tout ce que tu fais. Должен быть из-за твоей веры. Ça doit être fait à cause de la foi. Oh, если не пожертвую, вдруг там Бог обидится на меня. C'est oh, si je donne pas, Dieu va se pâcher contre moi. Нет. Non. Господь, это выражение, что я продолжаю доверять от тебя. Dieu, ça c'est ma reconnaissance que je vais continuer à avoir foi. Миллион, si le pain coûte million. Si le pain coûte million, minimum на мой хлеб. Je vais avoir minimum un million pour le pain. Amen. Amen. Это мое, это доверие Богу. Ça c'est moi, ça c'est ma confiance. Давайте просим Бога, чтобы благословил тебя финансы. Maintenant, и благословим также те, которые будут онлайн, я свои перечисления также помолимся. Et on va bénir ceux qui sont online. Господь, мы благодарим тебя за эти финансы. Seigneur, te remercie pour ces finances. Это выражение нашей веры. C'est un exemple de notre foi. Даже если нам трудно с финансами, в финансах. Même si on a des difficultés dans nos finances. Наша жертва.
notre sacrifice это есть знак, это un exemple, что Господь Бог, qui est le Seigneur мы, Dieu, отдавая тебе, en te donnant à toi, продолжаем уповать на тебя. En continuant à t'adorer. Именно ты источник нашего обеспечения. Tu es la source. Благодарим тебя. За эти Merci, финансы. Seigneur, pour les finances. Я благословляю также, Боже, те, которые онлайн, Боже, жертвуют. J'ai béni ceux qui sont online et qui donnent online. И те, которые, Боже, будут позже в течение недели жертвовать. Et ceux qui vont donner plus tard. Пусть рука твоя, Господь, будет над нами. Puisse ta main soit sur nous. Пусть страх уходит. Puisse la peur part. И пусть наши пожертвования, наши инициативы будут из нашей веры. Et puisse notre dîme soit à partir de notre foi. Да, Господь, не из-за страха. Et pas но à partir de la peur. Mais à partir de la foi. Благодарим тебя. On te remercie, Я благословляю твой народ. On bénit ton peuple. На процветание. Pour qu'il fleurisse. Да, Господь, ты Бог, который восполняет нужды и потребности твоего народа. Oui, Seigneur, tu réponds aux besoins пусть de ton peuple. Пусть небесные двери открываются. Puisse les cieux s'ouvrent. Господь Бог, пусть небеса открываются. Puisse les cieux s'ouvrent. Пусть твой народ получает хорошие места на работе. Puisse les ton peuple reçoit des bons emplois. Пусть Господь открывается новые бизнесы. Puisse les business puissent fleurir. Укрепляй свой народ. Bénis ton peuple, Seigneur. Имя Иисуса Христа. И пусть твоя церковь. Et puisse ton église. Ни в чем не будет нуждаться. N'ait besoin de rien. Благодарим тебя, Господь Иисус. Славим имя твое. Аллилуйя. Аллилуйя. Амен. 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 Слава Богу. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.